Добрый день, сегодня анбоксинг, и перед нами головоломка от компании YJ, такая вот в красивой упаковочке, кристалл нарисован, как бы заявлен название Zhongshi Cube, но называется это куб бриллиант или диамонт куб, как-то так. Открываем, достаем, видим, что внутри нет инструкции, это грустно. Но мы привыкли. И вот такой вот в виде кристаллика на самом деле кубик 3x3. То есть вот это и вот это имеют, ну, похожую крестовину. Соответственно, собираться этот бриллиант должен по тем же принципам, что и обычный кубик 3x3. Главное разобраться, где здесь центры, где ребра и где углы. Ну, соответственно, повращаем. Вращается неплохо, но как-то так это сухо. Это первое мое вращение, не открывал головоломку. Скрипит. Ну и отсюда сразу понимаем, что вот один слой, вот второй слой. Если повращать с другой стороны, вот слои. Да? То есть мы понимаем, что где центр. Вращается так, вращается вот так, вот это центр. По четырем сторонам от центра получается ребра, а вот это углы. То есть угол вот такой крупный и вот такой вот интересный, крупный. Причем мы видим, что вот этот и вот этот уголок одинаковые. Также вот это и вот это ребро, но они как бы симметричные. Что может привести к чему? К псевдопаритетам. Центр должен иметь определенную ориентацию. Да, он не симметричный. Мы посмотрим с других сторон. То есть вот мы рассмотрели один слой. Верхний слой, ну, если считать это нижним, то центр здесь вот. Кстати, такой же угол, как вот здесь, что еще больше усложнит дело. Ну, с одной стороны, будет попроще, но опять же, это приведет к псевдопаритетам, где придется менять вот эти углы местами. Вот такой вот маленький уголок, и по его форме можно надеяться на то, что он симметричный, его не надо будет ориентировать, что опять же приведет к псевдопаритетам, но теперь именно с ориентацией углов. То есть вот эти вот одинаковые углы приведут к тому, что их надо будет менять местами, но ориентация у них будет очевидна. А вот у этого может быть еще и ориентация не ясна. Здесь опять симметричные ребра, и вот эти тоже симметричные ребра. И вот такие вот углы, которые очень похожи вот на эти. Ну и средний слой, вот у нас центр. Вот два ребра. Так, стоп. Центр. Получается, вот эти вот центры. Да. Вот этот центр. Вот такие вот крупные ребра. И получается, вот это вот тоже центры. Сейчас у нас три одинаковых центра. Если я не путаю. Вроде бы так. Ну вот и вся головоломка. На ней можно, как и на 3x3, сделать пиф-паф. Я надеюсь на это. Сейчас как бы взять поудобнее. Например, вот так. РУ, Р-штрих, У-штрих. Получается, что форма изменилась. Ну, если повторить пиф-паф 6 раз, при этом не ошибиться, то головоломка должна опять собраться. Да, нам повезло. Кубик бриллиант собран. Ну и в нем надо будет, конечно, поразбираться на всякий случай. Потому что был такой кубик 3x3 яйцо, который оказался не так прост, как я думал.
есть в нем псевдопаритеты, которые не совсем полностью поддавались решению. Возможно, просто приложил недостаточно усилий. А так, это кубик 3 на 3 и знаний кубика 3 на 3 здесь должно быть достаточно. Единственное, что дополнительно придется ориентировать центры и бороться с псевдопаритетами. А так, выглядит интересно, приятно, для коллекции хорошо и поломать голову тоже неплохо. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока.